Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку «Щедрая Россия», золотая марка, с карамелью и арахисом. Конфеты шоколадные. Новинка. Здесь у нас 10 конфет. Вот так они должны выглядеть красиво. Здесь даже чувствуется вот этот бугорок. Здесь у нас 92 грамма. Тут как она выглядит внутри. Давайте посмотрим с вами поближе. И потом будем с вами еще сравнивать. Не зря я делаю эти обзоры. Так, значит, снизу там что-то видно красненькое. Потом идут орешки, потом что-то беленькое и пупырышко. Так, тут у нас вот так вот. И давайте посмотрим состав на золотом фоне. Я надеюсь, что вы увидели там состав. В принципе, тут две Е добавки и куча всего. Какао-масло сухое, так, молоко сухое там и, короче, тра-та-та. А также здесь пишут, «Щедрая Россия» очень любит писать, то есть одна порция – это две конфетки. Ну, это для как раз самого нормального человека. Вернее, нет, не так, самого обычного человека, но не для меня, к сожалению. Так, и давайте же ее откроем и посмотрим, что же у нас там внутри на самом деле. Вот наша шоколадка. Честно говоря, открывая, я почувствовала аромат вишни с коньяком. Не знаю, может быть, она там есть. Пришли к нам гости, да? А, ну нет. Слава богу. Слава богу, она даже сверху запакована. А то мне почему-то казалось, ну, сейчас я ее переворачиваю, и все конфеты останутся тут. И еще вдобавок я буду тут все эти 10 штук перекладывать полдня. Слава богу, нет. Так. Ну, давайте посмотрим. Здесь довольно хорошо прям такая запакованная она. А вот есть хвостик. Опа. Здесь тоже на ней написано «Щедрая Россия». Так. Ой, здесь, знаете, такие они красивые. Прям все четкие, одна к одной. Все так похожи. А здесь это немножко в бок сюда ушло. Ну, то есть пупырышко, да. Это пупырышко сюда ушло. Здесь что-то не долили. Тут тоже не долили. Видно, вот прям кошмар. Здесь перелили. Тут тоже не долили. А тут прям все четкие. Ну, значит, дарить мы уже не сможем ее. Она на вид. В принципе, ее, да, вид не соответствует с картинкой. Но, кстати, они пахнут очень ароматно. И большой плюс то, что они находятся каждая... То есть находятся, в принципе, в такой коробочке. Это удобно. Допустим, если какое-то застолье, открыл, положил вот в этой же коробочке, и все, и люди берут. Или, допустим, вы хотите угостить своих друзей или какую-то компанию, вы просто идете с этой коробочкой, угощайтесь, и все. Вот, давайте посмотрим с вами их поближе немножечко. Видно, вон там торчит что-то, недолито. Например, вот тут вот
Вот здесь недолито видно, здесь недолито, здесь. То есть прям вот, чтобы она была идеальная, так почему-то нету. Она довольно плохо фокусирует. Ну, сейчас мы с вами попробуем. Так, ну давайте с вами попробуем туда хорошую. Вот тут, допустим, прям все четко. Она прям вот, видно, сама ровненькая. Все прям ровненько. Например, вот здесь вот уже видно. Вот, видно, что торчат края. По сравнению с той. Тоже что-то она плохо фокусирует. И, допустим, здесь видно, что вот здесь довольно белый. Белая начиночка, да? Здесь она гораздо темнее. Здесь она уже как цвета песка. Здесь она, конечно, побелее. То есть, опять же, не соответствует. Здесь, кстати, видно, что она не полностью налита, а в принципе вот как-то так, но тут как будто ощущение, как будто здесь срезали. Как будто специально срезали, мол, слишком много им будет, надо срезать ее. Так, может быть, здесь есть вес одной конфетки. Надо посмотреть. Упаковка 5 порций. Это навряд ли будет. Ну ладно, не будем заморачиваться. Давайте попробуем ее отрезать. Давайте попробуем вот эту отрезать пополам. Что же у нас там внутри такое? Ой, а там что-то совсем другое, слушайте. Не поняла. А там вообще другое. Здесь вообще цвета желтого. Как вот она сама идет. А должны орешки идти, видимо, тут орешков вообще очень маленький слой. И здесь нарисовано, что здесь что-то розовое, а здесь желтое. Так, с какого моей стороны? Может быть, они разные? Давайте другую отрежем. Нет, это тоже желтое. Странно, что-то я не понимаю. Почему она желтая? На картинке-то розовая, а тут желтая. Ох, ну ладно. Что ж, желтая, значит. Что-то перепутали, видимо. Давайте будем тогда пробовать. Снизу она, кстати, такое ощущение, как будто горшочком. А, давайте я вам поближе сейчас покажу. Сначала. Да. Вот она сфокусируется, видите, наверное. Я надеюсь, что вам видно, что она желтого цвета. И такое там повидлообразное, как будто какое-то лимонное повидло вниз положили. Хотя я думаю, наверное, раз там запахло пьяной вишней, тогда там должно быть что-то с вишней наверняка. А, с карамелью и арахисом. Понятно, с карамелью и арахисом. Арахис. Карамель. А, ну это, видимо, карамель. Тогда непонятно, что тут розовое должно было быть. Не знаю, ну ладно. Иначе сейчас моя болтовня затянется очень надолго. Давайте будем пробовать. Здесь чувствуется очень ароматный шоколад. Шоколад как будто такого прям хорошего качества. То есть не молочный, а такой прям... Такой прям шоколад, явный шоколад. Карамель чуть-чуть, орехов довольно много чувствуется. Вот даже, мне кажется, может быть, немножечко многовато мне попалось. Сама вот эта белая штука, ну не знаю, наверное, она там тоже есть. Но шоколадка мне понравилась, вкусная. Такая хорошая, красивая, ароматная такая. Давайте еще одну попробуем. Мягкое, что-то попадается кисленькое, хорошо прям так жуется, ароматная такая очень, но скушать вторую, третью, пятую, десятую не хочется, честно, почему-то не тянет, но в принципе вкусно. Орехов, ну, для меня, да, немножко многовато. В принципе, ну, может быть, другая коробочка кому-то попадется более на вид красивая. Потому что мне, честно говоря,
Меня удивило немного, что «Щедрая Россия», то есть они довольно давнишняя шоколадная фабрика, то есть уже довольно давно работают, не первый день, и получились настолько не такие красивые конфетки. Где-то вот не доложили, хотя мне кажется, доложить именно вот сбоку это не проблема. Там подошел, хоп капельку, и все. Либо они, может, уже просто не смотрят, выпускают там, идут по конвейеру эти шоколадки, идут себе. Хотя должны, конечно, отсеивать. Не знаю, почему так случилось. Но вид мне не понравился. Хотя бы, если бы не было вот этих вот двух косяков, скажем так, да, тогда, ну, в принципе, было бы все хорошо. Да, как бы видно здесь вот, что немножко не хватает, но как бы так должно быть. Хотя, конечно, здесь вот нарисовано все ровненько, идеально, то здесь как будто прям вот видно, как будто там ножом немножко так, или лопаточкой такой маленькой, мастихином каким-нибудь, как будто собирали, срезали вот. Да, именно вот бугорки, вот эти вот срезы, потому что я думаю, если бы заполняли каким-то кремом, то он бы лежал прямо вот так. Либо, может, это какие-то остатки остались вот самого аппарата, который заполняет, как будто эти вот такие, знаете, как сглаженные такие вот штучки по бокам здесь. Ну, купите, попробуйте, увидите, в принципе. Ну, в принципе, да, такой вкусный. Да, оказалось, у нас это карамель, а я думала, это лимонное варенье, надеялась. Ну, довольно вкусно. Вот, ну, в принципе, наверное, можно к столу купить, подарить, в принципе. Наверное, хотя, честно, я бы не подарила уже, зная, что здесь может быть. Но, как бы, это такой вот вид, в принципе, еще более-менее по сравнению с тем, что бывает. Вот. Время ваше я прям, наверное, мне кажется, очень сильно затянула, пока мы с вами все это разглядывали и пробовали. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем. Моему сыну 2,9. Также смотрите обзоры на другие продукты. Продукты шоколадки, Альпен Гольд, Милка, Коммунарка. Также обзоры там на всякие другие вкусняшки и не вкусняшки из магазинов Fix Price, Светофор, Победа, обычных магазинов. Также обзоры на технику, Bluetooth наушники там, например, такой вот, обзоры покупок моих. И также у нас есть живопись на канале и много-много всего интересного. Чего не хватает на моем канале, напишите в комментариях, и я что-нибудь придумаю. Также обязательно подписывайтесь, пишите свои отзывы об этой шоколадке в комментариях. Ставьте лайки, 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 лайки. И всем пока-пока, с вами был канал Артмания.